максимально принести человеку всяких вот этих методов помощи, непоправимой пользы, так сказать. Вот так? Ой, на позвоночник не нажимай. Сбоку, на... Да я сюда и нажала, вот так, вот сюда. Да? Машка, я нажала? Ты нажала на позвоночник. На позвоночник. Я даже отсюда вижу, куда ты нажала. Что ж ты, руками не чувствуешь? Вот, видишь, в эту сторону. Руки же надо под рукой. В эту сторону. Вот ставь себе руки, смотрите, вот так. Вижу. Сюда я их разворачиваю полностью в противоположную сторону. Нет, просто. Сейчас просто попробуй, да. Да, просто так. Хорошо. С твоей стороны. Надо вот это на автомате. Противоположно разворачиваешь. Смотри, как у меня получается упор вот этой руки. Я давлю, получается, в ту сторону, всем телом. А в эту сторону меняем. Понимаешь? Ты сейчас приготовилась давить вот сюда. Да. А сюда. Просто тебе надо встать возле локтя. Давление. Ну так, конечно. Да. Так, ты тут давишь на мягкое место, упрись в косточку. Угу. Вот. От позвоночника туда. Вот так, что ли? Да. Вот так? Нет, а тут на лопатку вот встань. Стой. Ну, вот ты же можешь почувствовать прямо эту косточку. Вот сейчас чувствуешь его? Да. Вот прямо в нее и упирайся. Во, вот так, да. Угу. Получается? Да. Ну, что ты дышишь, да? Сложно. Ну, это придет к вам только через тысячного клиента. Как? В мастерство. На 10-м. Не хочешь. Хочется на 10-м? Ну, вот чувствительность. Нет, ты на лопатку даришь вниз. Она сюда не дала, да? Надо от позвоночника, да. Вот туда. Лопатку как бы давливаешь. Машка, извини. Сюда надо давить? Машка, правильно сейчас? Нет, надо ее давить вот сюда. Ты давишь ее вот сюда. Так надо? Да. Ну вот смотри, логически думай, все наши движения мануальной терапии, ну, да, причем коррекции, направлены на растяжение. Соответственно, нам надо всегда идти от центра к периферии. Вот с этой стороны получается. И в диагональной плоскости, да? С этой. И в сагитальной, и в вертикальной, во всех плоскостях. Ты можешь упереться в лопатку, а здесь ты почему-то не упираешься. Потому что я с этой стороны не могу. А вот если я вот так сделаю, а? Теперь тоже нет? Маша, подтверди. Правильно? Тут твоя чувствительность. По идее, правильно, да, ты делаешь. Но я смотрю, я как-то тут еще вот так и буду. Я вот тут сторону нужно. У вас вот гибается как-то так рука. Как ты так ради не выглядишь? Давай поможем еще. Давай немножко поцелуем. Обладим, поцелуем. Нормально? Нормально? Да. Вот еще раз смотрите. Делаю, пока не задал движение. Видите, уже пошло движение. Угу. Видите, сначала не было, смотрите. Раз, два. Вот на третий раз пошло, на четвертый. Угу. После этого ловлю это движение здесь, его продолжаю. Угу. Раскачиваю. Да. Ухожу отсюда правой рукой с позвонка на выпирающую часть лопатки и выпирающую часть вот этого крестца. В принципе, можно и так упомянуть, можно и так. Тут уже просто как удобнее. Вот когда упор чувствуете, вот он прям, вот видите, он сотрясается, потому что есть упор. И здесь упор. Вот только после этого я начинаю давить, опять же, на скручивание, вот по диагонали получается, понимаете, поэтому это безопасно. И потом вот в сторону вот так же, вот ловлю я этот импульс, где дошел до предела таз, ну в данном случае я хочу на таз воздействовать. Дошел до предела, и потом ловлю, сейчас я не нажимаю специально, потом раз. То есть эта рука получается сдерживающая в данном случае, а эта крутит. Либо наоборот, я хочу на ребра надавить, да? Это на таз я просто придавил, а эту раз, ребра туда. Докручиваем. Докручиваем, да. От центра.
Угу. Максим, попробуй. Начни с центра, я буду сюда давать. Ага. В разные стороны. В противофазе руки работают. Угу. Поймать движение? Да, я понял. Рукой вот так. Поймать надо волну. Нет, все нормально. Максим, лови волну. Волну лови. Вот я же показываю, смотри, ты вот сюда начал. Вот пока она не зайдет в противофазе, она не сразу пройдет. Это со временем. Видишь? Ну, чуть-чуть слабо получается. Добавляешь руку, чтобы быстрее подошел. Вот, поймали. Видишь, и подчеркнул. В противофазе. А вообще я хотел бы. Вообще, эту волну, вы когда научитесь делать, это буквально секундное дело. 2-3 секунды, раз. Ну, это, наверное, надо еще тоже с каждым человеком по-разному, правильно получается? Да, по-разному. У кого-то зажима больше, да. Да. Особенно и там всякие... косточки больше выпирают, ребра там, ну, эти лопатки больше. Конечно, да, это все индивидуально. Подходим к каждому клиенту по-своему. Вот у нас сейчас Маша с вполне здоровым, в принципе, позвоночником чуть-чуть там есть. Не критичные такие, да, замечания. Значит, нормально. Вот, у тебя хорошо сейчас работает, да? Теперь лови косточками, какие будешь упор делать. Вдох. В ту сторону, значит, кость надо где найти? С этой стороны, вот она. А не стой. Да. Вот так. А тут вот сюда выше чуть-чуть. Вот. Да. Выдох. Так куда ты давишь? Я же сказал, от центра. А это тоже в ту сторону. Так, да? Ну, я не знаю, ты вот тут вообще нащупал его или нет? Вот, нащупал вот так. Вот нащупал? Да, теперь нащупал. Да. Я думал, что нащупал. Нет, тоже вниз получается. Тоже вниз, да? Лопатка вниз, да, а здесь? Вот так надо тянуть. Так? Да. Нет, а сейчас ты не упираешься в лопатку, ты сейчас похоже едешь. Вот. Ну, я вам скажу, что забегая немножко вперед. Да, вот так. Тут уперся. Ты просто не видишь, куда ты упираешься. Косточка нужна. Вот. Вот упирайся. Угу. Вот, уперся. Ощущение. Похоже? Ну мы давить не будем, мы просто пробуем туда упираться. Теперь меняй руки и упирайся, так тебе удобно. Бедная Машка. В эту сторону. Она, когда ложилась, таки говорила, что вы меня замучаете. Я всю жизнь массирую, да? Да. Давай, где посередине или просто взять? Посередине. Вот, на самом деле, смотрите, я потом прохожусь, вот я здесь делал, да, уже по гребню мышцы вот этой, мышцы, да, потому что она же является и гребнем ребер, они же вот так немножко гребнут. Да. То есть я потом раз, два, три, там, четыре раза, ну, кроме почек, на почки не даю. И также вот стержу. Раз, два, три, четыре. Надавите до хруста? Ну, давайте. Да? Вот смотрите, даже до всяких раскачиваний. О, это же какую силу надо? Импульс. Импульс, да, правильно сказал. Вот я видел, когда бил, я же не руками, я же всем телом так. А как? Понимаешь? Телом, раз, подбросил его. Не мышцами. И всем телом раз надавил. Угу. Понимаешь? Вот тут именно важно поймать вот этот импульс и резкость надавливания. Я-то вот делаю... это. Да, вот это. Или да. В точке концентрации. Ты поняла, почему мы делали да. Бедра? Концентрация. Да. Не трогайте меня мышцы, понятно.
болят. Да, вот видишь, отводящие мышцы. Вот. Смотри, даже вот работаю, видишь, как я иду. Вот, я руками не работаю. Ну, работаю руками. А, корпус, да, смотри за корпусом. Угу. Видишь, здесь как? У меня ноги работают. Угу. У тебя еще этого нету. Вот. Учись. Ну, потому что это с годами приходит, а когда сейчас уже стали, да, мы когда пришли к этому сами. Ну, я просто говорю про то, что ты, конечно, молодец, поставлен. Но сейчас забудь. Я знаю, 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 это проходили, плавали. Сейчас про то, что ты знаешь, я забудь. Другой. Просто вот... То, что ты знаешь, знай. Потом отсюда уйдешь в занятия, и там уже начинаешь уже смешивать эти техники. Ну понимаешь? Да, я все-таки начну. Все-таки разницу имеет. С завтрашнего дня. Так. И вот в сторону тоже прошелся, да? Угу. Поставь руки, ну-ка, покажи, как ты их. Вот. Здесь вот так. Конечно. Да. Угу. Тело. Здесь мы идем именно с ребрами, да? То есть эта рука просто держит. Видишь, что другой стороны. Разница работы на кушетке и на полу, да? Вот так. Чувствуешь? Ну, понятно. Можно так. Почему я говорю? Это практика. Главное, гребень ребер чувствуешь? Это теперь мы давим на ребра, не на мышцы, мы работаем за скелетом. Понятно? Дальше смотрите. Ну, это запомнили? Да. Дальше смотрите. Не могу, да, что если как, я не конкретно? Закрою, я уварю, ну еще что-то. А сейчас будет чувствовать. Я приехал, показал тебе. Я уже мечтала. Ну, не приложили, сама к вам. Давай, кто ему клиент, вы вместе ездите. Ну, сразу давай. Чук-чук. Звонок, скайп, видеосвязь. А, по видеосвязи точно, да. Смотрите, теперь мы будем воздействовать вот на эту зону, да? Опять это у нас скручивание. Да. Значит, берем упор, делаем. А здесь, чтобы не давить на почки, руки переносим чуть сюда, и по сути мы держим ребра. Вот мы закрепили. Как можно шире, да, вот эту зону. Потому что сюда мы не давим, мы только держим их. Да. Мне очень приятно сейчас будет. Вот сюда, да. Это не дави, ты держишь, а это как? Да, вот так, почти. Но тоже сначала вот как бы я... Слабость. У меня какая-то слабость. Сильно, видишь, я раскачиваю ее бедра, чтобы поймать предел, докуда она доворачивается. Поймал предел, потом, ну, уже скользят просто. Для этого, чтобы не скользили, я вот ее накрываю. Потом, да, уже будет слабо. Раз, раскачал. Именно бедра, если раскачиваю, здесь рука просто держит. Я поняла, но уже сильно. Просто да, я почти чувствовала. А? Ну, не третий, не помню. Кого бы еще помять? Да. Еще моя очередь помять, да? Народ. Вы перерыв делали? Надо. Маленький, сейчас мы еще вот это закончим и сделаем перерыв. Так, запомнила? Теперь пусть потренируется Максим. Почти то же самое, но... Точно. Да, да, только мы именно поясницу. Вот, ищи, как тебе удобнее, да, упереться в эту косточку, тазовую, да? Тазовый гребень, так называемый. Синерная. А здесь ты как бы развернешь, чтобы как можно больше охватить вот эту зону, держи просто ребра. Как это давление? Вот сюда и вот туда. Как бы, ну, скручивание, но чуть по диагонали. Сначала давай доведем до предела. Вот, почувствуй предел. Туда, вот позвоночник. Не смотрю, потому что левая сторона. Таким образом, как раз именно 4-5 позвонок разжимается. Понятно? Что вообще не скользило, надо в один слой просто. Дайте голову накроем, чтобы он долго не мучился. Да. Крика не было слышно. Машка, жива? Дитё? Да. А там, я где в бане работаю, если что-то пройдет не так, я обычно накрываю клиента и на креслокаталке сразу хоп, в подвал, у нас там в подвале топка, сразу крематорий. И все. Ни человек, ни проблем. Ни проблем, да. Ни человека, нет проблем. Я это не так сделал, сразу раз, нет человека, нет проблем. Вроде. Почувствовал, да? Да. Вот. Это все чувствуется руками здесь. Смотрите, как у меня руки ходят, ладони. Видите? Дайте, я хочу так, чтобы у меня ходили. Плотно был обхват. Ребра плотно захватываешь, а там только в гребень упираешься. О, чувствуется. Молодец.
Да, вот тебе надо правильно. Здесь, мне кажется, что ты кидаешь в кость, надо вот снизу к ней. Блин, туда. Я в кость. Вот теперь правильно, да. Угу. А теперь... Нет, получилось? Да, получилось. Через вот. Это легче, чем другое тело. Да. Ну, ты спрашиваешь у меня опять, зачем... Зачем ты столько вопросов задаешь? А зачем закрыли? Зачем? Я не задолбала. Я сказал наоборот накрыть. Сначала говорила, зачем. Теперь смотрите. Вот можно теперь ребра и вот эти вот как раз остеохондроз, который у нас, да, поправить за счет развода лопаток. Это можно сделать с этой стороны. Но чтобы удар был сильнее наш, и мы как бы отключили немножко мозг. Есть такой, знаете, фокус, когда два носа человек чувствует, знаете? Крестите пальцы, да? И поводите обоими пальцами по носу. Ну или можно по какому-нибудь углу. Кажется, что... Да? Вот, это ты показывал, да? Нет, это известная вещь. Ну, в общем, известная вещь даже в детском саду, да? Да, точно. Чувствуешь? Вот, это мы обманываем свой собственный мозг, чтобы мы сейчас не контролировали, вот смотрите, когда руки наложили, да, лево-право мы их меняем. И таким образом они получаются как инструмент, просто приводящий в движение, как ножницы или как мунчаки, не знаю, с чем сравнить даже. И мы вот нашли прям это. Прям задействовал оба полушария мозг. Сейчас задействовал? Вот именно про что мы говорили, работа этого полушария мозга. И вот давим в стороны. Тут просто... Вот позвоночник. То же самое можно сделать. Вот так. Да? Да, только не в него, а в стороны. Тут опять на компрессию под позвоночник. Под позвоночник. Так я так и делал. Нет, центр. У тебя удар был туда сюда. Вот сейчас от центра, да. То есть вот сюда? Да. На, сюда, к шее. Да не к шее. Вот, вот туда. К шее не надо. Ты же подумай, ты же ей пережмешь сейчас гортань. Сторону, да. То же самое можно и вот.